Заходят четверо человек, один из них был в маске. Они начали требовать электронный вариант списка избирателей. Ну, мы начали говорить, что у нас этого списка нет. Тогда они отключили системный блок и забрали копировальный аппарат. И ушли. И сказали, что это им нужно для проведения референдума, и что технику они берут после проведения референдума. Ну, после этого мы сразу вызвали милицию. Как мы будем формировать участковые комиссии? Непонятно. Дежурство мы отменили, потому что ситуация такая. Неизвестно, что еще может случиться до 12 числа. Что будет после 12-го? Непонятно. Мы никого не трогали, не обижали. Мы пришли познакомиться, но после моего визита приехал, я же уже говорил до этого, 4 человека в масках. Вывезли с этого кабинета, где должны были подготовка по выборам президента проходить. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, чтобы узнать, кто это был. Они представились охраной Донецкой Народной Республики. Я охраняю здание, работу комиссии по референдуму. Координирую с милицией, сейчас подъедет начальник Куйбышевского райотдела, координирую патрули по городу Куйбышевскому району и по городу Донецку. То есть мы работаем с властью, которая сейчас есть на данный момент. Да, Сергей Викторович. Сейчас проверяют, ищут. Комиссия создавалась, обычно это занимался админресурс. А сейчас админресурс, кажется, не задействован в этом положении. Ну, они особо не сопротивляются, но в то же время не особо и не помогают, кажется. Так что трудновато. В основном работают волонтеры и люди, которые с активной гражданской позиции, которые понимают, что такое права человека и гражданина, и не хотят жить в неправовом государстве.